Здравствуйте, уважаемые дорогие зрители этого канала. Здесь мы каждый день рассказываем все, что происходит в мире российских знаменитых людей, звезд шоу-бизнеса и в театре. Не забывайте о подписке на наш канал, ведь ежедневно появляются свежие сюжеты. Но, к сожалению, выпуск сегодняшнего дня посвящен очередной утрате и потере, в которую так не хочется верить настоящим поклонникам кинематографа и театрального искусства. Казалось бы, даже за несколько весенних месяцев мы уже успели проститься со столь многими яркими, талантливыми артистами, среди которых и люди, носившие звание народного артиста. К огромному сожалению, сегодня мы вынуждены прощаться с выдающейся советской и российской актрисой, женщиной, которая всю свою жизнь отдала театру и киноискусству. К огромному сожалению, на 85-м году жизни навсегда ушла Людмила Елисеева. Вести о ее уходе рассказали сегодня коллеги по театру, где всю свою жизнь служила актриса. Там она воплотила сотни ярчайших ролей, среди которых были и главные, и второстепенные роли. Однако массовому российскому зрителю артистка, конечно же, более всего запомнилась по появлениям в кино и сериалах. Здесь такие проекты, как «Отличница», «Сумка инкассатора», «Улицы разбитых фонарей», «Мангуст», «Тайны следствия» и еще множество других ярких проектов. Но сегодня мы прощаемся с ней навсегда. Каждый день здесь мы говорим о судьбах популярных людей и знаменитостей. Не забывайте подписываться и берегите себя.